Хаю, мы продолжаем ходить рубаста. Как вы видите, с камерой у меня не все нормально, но зато мы ее вытащили из фиг знает откуда. У меня снова начался страх перед игрой. Я не знаю почему, типа 14 февраля я там заснял серии 6. А теперь я вот думаю, как не усраться. По факту у нас с вами есть камера. Конечно, она бывает глючит. На третий этаж попасть не надо. Что-то закрыт. Ну ладно. Теперь, по идее, могу попасть туда, куда я не мог попасть. Логично. Это что сейчас было? Я могу подойти. Почему мне опять стрёмно? Мне очень стрёмно, ребят, куда-то идти. Ладно, плевать. Просто огромное, большое здание, психбольница. Ну что-то вообще может быть страшного, в принципе, да, да, ребят? Это ж не должно меня пугать. Пойди, да. Пойди, это мне ничего не должно пугать. Просто очередное поломатое здание, большое, очень большое здание. Где просто уйма таких духов. А зачем я сюда забрался? Подожди, мне туда нужно. Я мог отсюда сюда залезть. Ну и так можно. Темнота наш друг. По-любому я по-любому бы упал. По-любому. А, это ж когда мы шли по кровавым следам, да? Да. Надо проверить каждую ручку. Почему сохранение, когда я залез, и сохранение здесь? Я понял. Ну, более-менее, хотя бы я безопаснее спущусь. Привет. Привет, приятель. Лишь один выход. Лишь один. Какой? Там? Ты со мной пойдешь, приятель? Ты будешь моим другом? Мы с... Небось, если что, мы с тобой вместе отсюда выберемся. Ты это понимаешь? Надеюсь, ты это понимаешь. Не бойся, пошли. Идешь? Откуда ты знаешь, что ты не пациент? Я... Я понял, приятель. Мы, значит, с тобой не друзья. Ладно. Что будет пух...
Не думаю, что хорошая идея лезть под... Лучше... Ладно. Но это большое место, где... Главное, тонкое. Я жду скримера. Часто, очень часто сохранение. В чем дело? Ясно. Я понял. Я понял, почему так много сохранений. Я не хочу туда идти. Если это... Блядь, ну это единственное безопасное место. Там вон еще дверь есть. Блядь? Не, пускай, подождите, я не понял, а чё у меня со звуком? Я его слышал за стеной. Что за бред? И типа думаю, блин, он вырывается с соседнего здания, типа выберусь, сейчас пройду. Ага. Чего? Я походу рассинхрона, ребят. У меня бывает такое. В основном там у меня бывает только в КС. Я думал, это в КС у меня такая херня такая. Блин, ну это мне наушники. Не, давайте сохранить. Да. Я хочу звук стабилизировать. Так что мне самому некомфортно, когда у меня звук слева направо идет. Я думал, то у меня в КС-ке просто ломается. В чем проблема? Ладно, ребят, я думаю, вы должны потерпеть. Мы это все стабилизируем дело. Слева направо запоминаем. Хорошо. Так, это самое простое, что могу сделать, это пойти туда. Если я сюда сейчас пойду. О! Ломается. Может, только в этом месте у меня такая проблема? Ну смотрите, с дождем все правильно. Где дождь, там и это. Странно. Может, просто место такое? Так, документы. Сны Билли.
Еще один интересная беседа с Билли сегодня утром. Он утверждает, что снова беседовал с доктором Верниксом о своем лечении в неком белом месте. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиазепину. В любом случае, его мертвый друг доктор продолжает засорять ему голову немецким фольклором. Так, единственное, что будет... Так, может убить Вальридера? Это бабочки-вампиры, извергнутые демоном по имени Хорерци. Бабочки высасывают дыхание из человека губ и пьют кровь из сосков. Они могут принимать также форму прямоходящих чахлой свиньи или большой собаки. Вот чем Билли приходит иметь дело. А, помнишь, ты говорил, что раньше Билли упоминал татуировки своей матери? Не было ли случаем среди них бабочек? В следующий раз, как окажусь за пределами защитной системы мерков, хочу посмотреть в сети, есть ли у всего этого настоящие корни в немецком фольклоре. Если же Билли просто навыдумал весь этот мусор, хорошо так бы сравнить наши записи. Не помешало бы сделать это за бокалом вина? Как-то одиноко на это втором этаже, Курт. Так, что-то. Ну блин, я должен понимать, если звук везде сломался, или только в некоторых коридорах. Так, мы здесь были? Даже здесь, видите, звук частично, типа. И почему-то еще и фризит при этом. Ладно, давайте я позакрываю все, что тут у меня вообще есть. Но все равно ничего не работает. Так, окей. Кидоки. Документы. Прорыв духа. У меня... Так, срочные новости, касающиеся работы доктора Рудольфа Верника в области морфогенетического кондиционирования, раскрывающая теорию развития им в... коротком, но неудачном сотрудничестве с А. Тьюрингом. Если бы я сам не был тому свидетелем, я бы не поверил, что такое возможно. Но даже оставляя в стороне клеточки регенерации и направленный канцерогенез, я полагаю, что метод Верники является прорывом в царстве духов. Нечто прорвалось к нам с другой стороны. Я лично наблюдал появление призрака. Но оно было недолгим, но совершенно отчетливым. Пожалуйста, передайте мою записку и приглашение пронаблюдать дальнейшие эксперименты Дитриху Эккарту. Не сомневаюсь, что самого фюрера следует поставить в известность о наших открытиях. По моему убеждению, успехи доктора Верники открываются широчайшие возможности для ощущения нашей задачи. Осуществление. И для всего народа Германии. И является убедительным причиной, чтобы его никоим образом не коснулась никакая программа выбраковки. Выбраковки, поклон вашим близким. Подпись неразборчива. Вот опять. Ну, блин, я посмотрел, слышите, сложность игры на максимальной, ну почти на максимальной, там кошмар. У нас там вообще одна... Нет, две батарейки.
То есть, это я тут жалуюсь, что у меня батареек мало. А кто-то живет с двумя батарейками. Даже, мне кажется, есть... Блин, это ж... Мы ж около выхода с вами. Завалено, видите, фиго. Подожди, меня ж отсюда выбросили. А, меня оттуда выбросили. Когда я пролазил. Ты, это он. Я должен сказать тебе, ключ к дому бога в театре. За светом. В театре. За светом. Посмотри фильм, там он оставил карточку. Ясно? Друзья! Дети! Мне нужна ваша помощь! Где вы? Да, иду. Я иду. Окей, театр, говоришь? Лапчеппер Хилл. Давайте я сразу посмотрю, что у нас на втором этаже. Первый этаж, это у нас первый этаж. А отец этот. А, чтобы за мной никто не гнался. Если погонится, я первые секунды просто постою, пускай меня убьют. Так, во-первых, какой-то газ. Что у нас дальше? А, тут закрыто. Тогда да, нам сюда. О, об этих я глюка говорил. Я могу спрятаться. Ну, вач. Так, нужно мышку немного протереть. Как будто камешек какой-то попадает мне, и некомфортно немного. Нужно на самом деле, походу, всегда ходить с камерой, чтобы он постоянно делал какие-то заметки. Странные вот эти скрипения, звуки. Фу. Да, местечко огромное. Согласен. Заперто. Ну поиграй еще, пожалуйста. Прикольная мелодия. Парень. 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 Ладно. Если что, я ищу места сразу, куда прятаться, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне, походу, нужно будет как-то пробраться куда-то. Ух. Походу, это линия, за которую лучше не заступать.
Интервью записано 27 декабря 1985 года в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Допуск Сьерра Альфа, объект Рудольф Вернике, 14866. Кадры настоящие. С пленкой ничего не делали? Никакого обмана? Нет. В июне 1943-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга. Да. На вскрытиях обнаружилось, что опухоли были твердые, как свинец. Это их убило? Нет. Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы... Вам сложно понять, что мы чувствовали. Во что верили. Тот всепоглощающий страх, экстатическая ярость и... Ну давайте я досмотрю и пойдем отсюда. Это больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалось... Близость смерти. Неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Вы считаете, у испытуемых появились сверхъестественные способности? Нет. Вы полагаете, они столкнулись с чем-то сверхъестественным? Нет ничего сверхъестественного. О. Тогда что же это было? Вы говорили, что проект Вальридер — это врата. Куда они ведут? Я все-таки что-то записал. Заметки. Последнее интервью Ритмики. Голос словно принадлежит анемичному брату доктора Стрэнджельку. Аудиозаписи 25 лет назад. На пленке интервью с доктором Вернике. Речь идет по Лос-Аламосе, что подозревается правительский проект. Вернике говорит о спонтанных кровотечениях опухоли психоматических реакций душевнобольных. Ходит по грани, что делает науку от нацистского мистицизма. Только пациенты, пережившие достаточно ужас, оказались способны активировать кондиционирование. Морфогеническое кондиционирование. Кондиционирование, вот фильм, который они крутят. Это поселилось у меня в голове, как навязчивая мелодия. Я моргаю и вижу тест Роршаха. Пятна похожи на роехищные насекомые и их... и воспламенение раны. Пациенты верят, что кондиционирование позволяет заклинать Вальридера. Я слышу, что мощь жужжание в собственных костях. Все, да? Плохой у меня причес, мне почему-то кажется, что здесь народу хоть и много, но кто-то из них встанет. Так, сразу меняю батарейку. Тени, где можно спрятаться. Единственное место, по факту. Так, 9 часов. А, у меня уже почти 11. Я одну вещь понял, что лучше двери закрывать, потому что когда свет падает от входа, меня тоже за... нужно найти Вернике. Один выход. Он сюда спрятался? Спасибо, приятель. Ага. Ага, документики. Как-то много документов всегда дают, блин. Некротический фасцит. Руки не мешало бы помыть почаще.
Так написано. Некротический фасцит? Серьезно? Нефиг, я ухожу. Так, ладно. Нефиг, нефиг, нефиг. Да, видите, надписи нет. Может, это потому, что я на самой легкой сложности играю. Ну, блин, это хорроры. Я говорю, хорроры я не переношу, поэтому я играю на низких сложностях. Моторика. Да-да. Да главное, его было здесь не видно. А что мне делать? Ключ. Подожди, проход только один. Понятненько. Он был. Он что, тоже вот так лазил? Нифига не могут. Так, нужно потом будет как-то осторожно отсюда. Ну, я могу просто спрыгнуть, но я шум наделаю. Ладно. Серьезно? Так, давайте представим, что света здесь нету, я залезть никуда не могу. Хай причесывай. Можно как-то тебя выключить, потому что. Да что мне дерьмо причесывай. А куда я спрыгну просто? Я не могу? Блин, серьезно? Отпусти! Я хочу спрыгнуть. На. Через окно не вылезти. У меня только один проход сюда. Знаете, хотя он тоже так же быстро. Почему дверь была закрыта? Почему. Ладно, забейте. И все равно, мне кажется, встанут. Говорится, время покажет, да? У меня уже нервный тик начинается. Потому что мне страшно. А у нас еще дополнение к этой игре. Да? У нас еще дополнение целое. А еще у нас, знаете, что кроме дополнения есть? Угадайте, угадайте. А я вам сейчас скажу. Еще вторая часть есть. Ух ты ж ё. Это брат Акраба, да?
Брат Акробат. Что? А, дверь. Удивительно, то, что он за мной не погнался. Человек-писюн. Ты человек-писюн. Два брата-акробата. Это знаете, как из картинки о том? Как Влад Даглас, вот, типа, такие. Приятель. Зачем ты это сделал? Так, вот тут лифт есть. Нужен ключ. Серьезно? Хорошо, я могу открыть. Я не могу открыть. Думаю, в принципе, на этом мы, на третьем этаже мы можем закончить. Поэтому давайте мы это так и поступим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.